В мае этого года 160 лет со дня открытия отметит областная библиотека имени Горького. В среду губернатор Тверской области посетил главное книгохранилище региона и пообщался с его сотрудниками. Тему продолжит Ирина Синягина. Публичная библиотека в Твери открылась 9 мая 1860 года по старому стилю. За это время менялось многое, но неизменным осталось одно – любовь к книге. Большой юбилей коллектив областной библиотеки имени Горького встречает с ощущением нужности и пользы, а главное – востребованности. Мы гордимся тем, что самые первые слова, которые сказали о библиотеке журналисты, буквально через несколько дней после открытия библиотеки, что Тверская библиотека вполне полна серьезным деловым чтением. Это значит, что они готовы быть не сегодня-завтра полезными тверскому обществу. Вот мы этому наказу и все 160 лет стараемся соответствовать. И это у коллектива библиотеки прекрасно получается. Важно, что и сейчас в библиотеке чтут традиции и внедряют современные подходы. Действуют по области виртуальные читальные залы. У нас на сайте библиотеки есть виртуальная справочная служба. У нас стать читателем можно, зайдя в личный кабинет. У нас продлить книгу можно, не заходя в библиотеку. У нас можно прочитать книгу, не заходя в библиотеку, потому что у нас есть большая Тверская региональная электронная библиотека. Задать вопрос об удобном туристическом маршруте. У нас можно зарегистрировать изобретение. У нас можно посетить художественную выставку, музыкальную гостиную. А недавно Горьковка получила поддержку фонда президентских грантов на реализацию проекта «Непереизданная история подвига советского солдата» на странице газет Тверской области 1941-1945 годов. Это уникальный источник фактической информации о войне, где отражена история глазами очевидцев событий тех лет. Это гордость библиотеки, говорят фондохранители. Проект реализуется в первую очередь для того, чтобы продлить срок жизни хрупкой газетной бумаги почти вековой истории. Наши задачи отдела консервации было сохранить эти газеты. Дело в том, что бумага очень хрупкий и уязвимый материал. Она ветшает со временем, выцветает тексты газетные, рисунки. И чтобы вот это все сохранить, газеты должны были пройти специальную обработку. Сейчас газеты находятся в Москве, в реставрационной лаборатории Российской государственной библиотеки, где проходит специализированную обработку на оборудовании, не имеющем аналогов в стране. Уже в начале следующей недели они вернутся на родину. Глава региона оценил работу коллектива библиотеки в этом направлении и поздравил книгохранителей с главным весенним праздником. Не случайно, именно на хрупких плечах женщин, коих в коллективе 99%, и лежит забота о книге. За сокровища, которые здесь хранить, за книги, за продолжение традиции и, конечно же, просвещение, которое вы получите в нашей стране и на территории нашего региона. И благодаря вашему труду знаем, что выражение «Горьковка» – это уже такой, так сказать, знак серьезного интеллектуального потенциала. И те люди, которые об этом говорят, и которые посещают, это уже люди, которые для общества являются людьми уважаемыми. Вы как раз и помогаете способствовать духовному, культурному и патриотическому воспитанию молодежи и развитию воспитания личности. В рамках проекта «Непереизданная история подвига советского солдата» на странице газет Тверской области 1941-1945 годов в областной библиотеке будет организована выставка подлинных газет Тверского региона военных лет. Открытие экспозиции запланировано на 8 мая 2020 года. Игорь Удени выступил с предложением сотрудничества библиотеки и Московского музея Победы по этому направлению.